Да. Я сошла Брена. Для головной, для его. Всем привет снова. Это сметанщик. Сегодня у нас 10 ноября. Спросите, что давно у меня не было. Уже 11. 11. Ночь. Ну, в итоге я хочу вам показать, где я сегодня пью. В каких апартаментах. Пошли. Я впервые нахожусь в общежитии. Это надо по-любому заснять. Мы сейчас находимся в непонятной комнате, где все курят, пьют. И мы тоже. Покажи, покажи всю комнату. Все, все, покажи. Все, снял. Себя не забудь снять. И вот ручка, с которой я пытаюсь выйти. Подожди. С каким? Дергивай вверх. Оператор пьян. Мама, мама, помогите нам. Доча, бегу, я сейчас бегу. Димон, ну я не могу выйти. Соседи слышат. Как я буду пописать? Короче, мы сейчас вышли в общежитие. Я реально вспомнила общежитие, в которое я приезжала к своим девочкам, когда мне училась в университете. Мы соль бросали в борщ. Нет, сахар, сахар очень много. Мы очень много ссали везде, под дверями. И сейчас куда пошли? Посмотрим, что там внутри. Где? Вода. А, так это надо воду приятница. Понял, воды, наверное, нет. Подожди еще раз. У тебя тапки 47 размера. Мы идем в туалет. Бегу я за ней, бегу, бегу. Подождите, здесь темно. Она походу здесь. Вон свет, свет. Свет, а вон тут, тут, попробуй. Сука, нихуя тут не работает. Там на тесте купаются. Это реально, блядь, как это. Мистери Трипери. Нихуя, что это же есть. Раз, два, три, четыре. Тут, короче, не видно, но тут четыре машинки. Четыре машинки стиральные. Но не видно нихуя. Как они тут в темноте? Один не могут за него понять. Они здесь моются. Наверное, здесь? Вот здесь, наверное, моются. Пошли, пошли, пошли. Сейчас мы пойдем в туалет. Туалет, туалет. Сейчас, а сейчас там включится свет. Я не буду заходить. Короче, туалет. Туалет. Так я же хотела посадить, пойти, я же не просто видео вышла снимать. Короче, один и второй. А мужской туалет такой же самый, это сейчас посмотрим, же... сейчас посмотрим. Не, мужской другой. Да такой же, такой говно. Да? Да, такой же говно. Суперстул покажи. Суперстул, стул, стул. Стул для того, чтобы посрать. Для того, чтобы положить сумку свою, когда идешь в туалет. Уникально. Если два толчка заняты, у тебя всегда будет запасной. Все, выключай. Ну, итак. Так, всем спасибо за внимание. Простите, что давно меня не было. Просто отношения, серьезная работа. Я же бизнесмен, фотограф. Вот, спасибо всем за внимание. Будет скоро новое видео. Все. Всем люблю, пока. Целую.